В этом видео я расскажу, как я зарабатываю более $1000 в день на YouTube, не снимая никаких видео. Я собираюсь открыть тебе удивительную нишу для этого на каналах, которые действительно этим занимаются. И самое главное, как ты потенциально можешь это сделать. Меня зовут Мэтт Парр. У меня 90 каналов на YouTube, и я увеличил количество каналов до более чем 1 000 000 подписчиков. Я зарабатываю на YouTube более $30 000 в месяц только за счет доходов от рекламы. И многое другое из других многочисленных источников монетизации. Кое-что из этого я собираюсь показать тебе сегодня в этом видео. И я выкладываю видео, помогающие тебе с YouTube. Так что обязательно подпишись на канал, чтобы я мог регулярно помогать тебе с YouTube. Теперь, с учетом сказанного, вот эти 6 шагов, которым нужно следовать, чтобы зарабатывать деньги на YouTube, не снимая видео. Шаг номер 1 – выбрать нишу. Шаг номер 2 – создать свой канал. Шаг номер 3 – получить удовлетворение. Шаг номер 4 – загрузить и оптимизировать свои видео. Шаг номер 5 – получить монетизацию. И, наконец, шаг номер 6 – анализировать и оптимизировать. Итак, давай начнем с шага номер 1, который заключается в выборе ниши. Теперь я уверен, что ты видел каналы YouTube на YouTube, которые публикуют видео, в которых они даже не показывают свое лицо. А вот несколько примеров ниш, в которых ты потенциально мог бы это сделать. Ниша здравоохранения, ниша психологии, ниша роскоши, ниша карт, ниша путешествий и ниша в первой десятке. И есть множество разных огромных каналов YouTube, которые используют этот метод, даже не вставая за камеру, не показывая свое лицо и даже не снимая никаких видео вообще. Я собираюсь показать тебе, как именно это делается. И я собираюсь даже показать тебе несколько примеров каналов, которые на самом деле это делают. Но, во-первых, нам нужно выбрать нишу. Поэтому, чтобы рассказать тебе об этом и показать тебе как можно больше, позвольте мне выбрать с вами нишу и дать вам действительно хорошую нишу, которую вы потенциально можете использовать, и объяснить вам некоторые преимущества этой ниши. И этот снич станет технологической нишей. И есть 3 основные причины, по которым мы используем технологическую нишу. Во-первых, это ниша с высоким показателем КПМ, а это значит, что вы будете зарабатывать больше денег за 1000 просмотров. Во-вторых, существует множество ниш, будь то обзоры продуктов или лучшие футуристические технические гаджеты, лучшие изобретения для велосипедов. Есть много разных ниш, в которые мы тоже могли бы попасть. И в-третьих, тот факт, что мы можем монетизировать этот снич альтернативными способами и потенциально зарабатывать намного больше, чем просто на доходах от рекламы. А теперь позволь мне показать тебе 9 различных примеров каналов, которые на самом деле это делают. Первый из которых – канал под названием «Зона первой десятки». У них 397 тысяч подписчиков, и они просто загружают видео типа 10 лучших игровых ноутбуков для покупки в 2020 году. 810 тысяч просмотров видео. И большинство их видеороликов посвящены бытовой электронике, личному транспорту прямо здесь, снаряжению для кемпинга и гаджетам, снаряжению для выживания, аксессуарам для велосипедов, гаджетам для путешествий, камерам, в общем, всем технологиям. Теперь самое удивительное в этом канале то, что они используют видео других людей в своих видео. И никто на самом деле не показывает свое лицо в своих видео, кроме, знаете ли, людей в видео, которые они используют. Теперь они просто пишут оригинальный сценарий, который полезен, образователен и преобразует. И они делают закадровый голос поверх этого сценария. И они выпускают такие видеоролики, как десятка лучших туристических снаряжения, которые вы должны купить. А если бы, например, мы нажали на это видео прямо здесь, 10 лучших игровых ноутбуков для покупки в 2020 году. Это просто показ видео других людей на видео. И они делают закадровый голос на видео. Теперь, как ты можешь видеть прямо здесь, этот канал набирает 3 миллиона просмотров в месяц. И, кстати, я использую расширение под названием Social Blade, которое ты можешь проверить. Это совершенно бесплатно. Ты можешь посмотреть оценки того, сколько зарабатывают каналы YouTube. Значит, этот канал на YouTube может приносить от 800 до 12 тысяч долларов в месяц. Так что ты можешь сказать, что это огромный диапазон. Сколько они на самом деле зарабатывают? Ну, основываясь на моем опыте работы с каналами и нишами, подобными этому, я бы предположил, что этот канал зарабатывает от 10 до 11 тысяч долларов в месяц только за счет доходов от рекламы. Но они потенциально могли бы зарабатывать намного больше, чем это, за счет некоторых внешних источников монетизации. И это одна из причин, по которой мы на самом деле выбрали технику, потому что это была бы возможность для нас в данной нише. И как ты можешь видеть прямо здесь, что действительно невероятно, так это то, что если мы перейдем к описанию этого канала, они дадут ссылки на каждый отдельный продукт, который они показывают в своем видео. Будь то ссылка на Amazon, ссылка на Walmart или любой другой магазин, в котором они могут купить именно те товары, которые они показывают в видео. И это не единственный канал, который тоже этим занимается. На самом деле, вот еще 8 каналов, которые делают то же самое. Это называется Wonder World 600 с нулевыми подписчиками. И они загружают видео точно так же, как это.
Scorpion 3, первый в мире парящий велосипед. И они в основном просто снимают обучающие видеоролики в технологической нише. Вот еще один канал под названием Мистер. Машина. Одни и те же типы видео, в этом больше внимания уделяется другой технике. Вот еще один канал под названием Future Tech, на котором снимаются те же видео, но на этот раз больше внимания уделяется футуристическим технологиям. Как ты можешь видеть прямо здесь? Вот еще одна, называемая технической зоной. На этом канале представлено множество технологий, вроде как по всем направлениям, но они просто снимают такие видео, как невероятная спальня и компактная мебель, 10 самых крутых палаток в мире. И некоторые из этих видео набирают много просмотров. Я имею в виду 12 миллионов, 10 миллионов просмотров отдельных видео на их канале. Вот еще один канал под названием «Техническое обновление». Те же самые типы видео. В этом больше внимания уделяется инструментам, различным деревообрабатывающим инструментам и тому подобному. Вот на другом канале под названием TechVision 128 нулевых подписчиков. Этот в основном сосредоточен на технологиях по всем направлениям. Много разных, как и роскошные технологии. Как внутри штаб-квартиры Apple стоимостью 5 миллиардов долларов. Безумная коллекция автомобилей Илона Маска. 10 самых роскошных автомобилей в мире. А вот еще один канал под названием TechPlanet. Те же самые типы видео, в основном сосредоточенные на футуристических технологиях на этом. И разные самолеты, и транспортные средства, и все такое. А вот и еще один канал под названием T. На этот раз он также посвящен технологиям по всем направлениям. И у этого канала более миллиона подписчиков на канале. И их видео буквально такие же, как ты можешь видеть. Вступление к видео, а затем показ видео других людей, которые они даже не записывали. И я собираюсь показать тебе, как получать контент всего за 2 секунды, но показывать видео других людей, которые они даже не записывали. С закадровым голосом, сделанным поверх видео, что делает его преобразующим и делает его справедливым использованием. И мы собираемся узнать, как сделать больше всего за второй день. Теперь пришло время для шага номер 2, создать свой канал на YouTube. Теперь, чтобы сделать это, тебе нужна учетная запись Google. И большинство людей, если вы уже смотрите это видео на YouTube, у вас, вероятно, есть учетная запись Google. Если у тебя есть Gmail или что-то в этом роде, у тебя уже есть аккаунт Google. И ты можешь создать тонну разных каналов YouTube под одной учетной записью Google. Тебе не нужно создавать новые учетные записи Google для каждого канала, который ты создаешь. И как только ты создашь свой канал, убедись, что он выглядит профессионально, разместив на своем канале профессионально выглядящий логотип и оформление канала. И если ты хочешь сделать это сам, ты можешь использовать совершенно бесплатную программу под названием Snappa, которая полностью основана на интернете. И у них там тоже есть куча потрясающих шаблонов. Или ты можешь просто заплатить кому-нибудь 5 или 5 долларов, чтобы он сделал для тебя обложку канала и логотип. Просто убедись, что ты посмотрел некоторые из их прошлых отзывов и убедился, что они выглядят профессионально. Шаг номер 3 – получить удовлетворение. Тебе может быть интересно, как я могу получить контент для использования в своих видео. Ну, во-первых, прежде чем мы сможем получить контент, нам нужно. Первый – составь список идей для видео. Я рекомендую составить список примерно из 33 идей для видео, потому что это среднее количество видео, которые я заметил на своих каналах, пока одно из них не начнет набирать обороты. И даже если этого не произойдет, в этот момент мы начинаем получать достаточное количество видеороликов, чтобы получить данные о том, что нужно обдумать, проанализировать и оптимизировать на основе этих данных. Я покажу тебе, как это сделать в этом видео. Но, во-первых, вот как придумать видеоидеи в своей нише. Во-первых, мы выбираем нишу для примера для этого видео, и мы выбрали технологическую нишу. Теперь ты, возможно, спросишь, как я могу придумать видеоидеи для технологической ниши. Что я бы порекомендовал сделать, так это пойти на популярные каналы, такие как WandaVerworld, такие как Mister, Машин, такие как Future Tech и разные каналы в Zeissnich. И что бы я сделал, так это взглянул на их самые популярные загрузки и воссоздал их по-своему. Не просто копируй их, не просто повторяй слово в слово точное название и не используй один и тот же эскиз, а сделай его другим. Сделай это по-своему и просто нарисуй, какими были некоторые из самых популярных видео на их каналах. И я бы попытался придумать около 17 видео с помощью этого метода через уже популярные видео на уже популярных каналах, а затем оставшиеся видео. Я бы просто воспользовался поиском на YouTube, и ты можешь сделать это прямо на YouTube. Так что все, что тебе нужно сделать, это зайти на YouTube, а затем ввести свою нишу. Давай предположим, что наша ниша — это технологические гаджеты будущего. Так что все, что нам нужно сделать, это ввести будущие технические гаджеты на YouTube прямо там. А затем то, что мы захотим сделать, это перейти к фильтрации прямо здесь, а затем отсортировать их по наиболее просматриваемым видео, а затем отсортировать по загруженным в течение последнего месяца. И что это собирается сделать? Так это показать тебе новые видео с этим ключевым словом — будущие технические гаджеты, которые набирают много просмотров за последний месяц. И причина, по которой это важно, заключается в том, что это покажет вам видео, которые сейчас идут хорошо, которые вы потенциально можете переделать по-своему. Поэтому я бы рекомендовал перейти на эти каналы, посмотреть эти разные видео, которые сейчас просматриваются. Записываю заметки для общих идей названия для видео, возможно, включив туда также некоторые ссылки. Ты можешь сделать все это в документе Google Docs. И это обычно то, что я делаю на своих каналах YouTube. И единственная работа, которую я делаю на своих каналах YouTube, это придумываю идеи для видео, а затем загружаю и оптимизирую готовое видео. Тебе может быть интересно, как ты на самом деле снимаешь видео, если ты на самом деле не снимал видео. Как, черт возьми, это возможно? И я собираюсь показать тебе, как это сделать всего за 2 секунды. Так что теперь, когда дело доходит до создания контента, есть два способа сделать это. Способ номер один — создавать видео самостоятельно. Теперь это повлечет за собой то, что ты действительно будешь снимать видео. Но для целей этого видео
я хочу показать тебе, как зарабатывать деньги на YouTube, даже не снимая видео. И это подводит нас ко второму способу, который заключается в том, чтобы заставить других людей снимать видео для нас. Ты, возможно, думаешь, ну разве это не очень дорого, заставлять других людей снимать видео для меня? Ну, это может быть не так дорого, как ты, наверное, думаешь, и у этих каналов есть потенциал заработать намного больше денег, чем вы тратите на каналы. И вот как я управляю 9 разными каналами YouTube. Я плачу другим людям, чтобы они снимали видео для меня. Так как же нам это сделать? Где мы можем найти лучших людей, и как мы можем убедиться, что видео, которые мы делаем, хорошие? Ну, я рекомендую делать это так. Ходить на рынки, такие как Fiverr. Приходи или работай. Приходи и ищи людей для выполнения каждой отдельной работы. Так ты, наверное, спрашиваешь, какая работа связана с созданием видео. Итак, мы уже знаем, что ты собираешься придумывать идеи для видео, загружать и оптимизировать готовые видео. Но каковы все промежуточные этапы, чтобы на самом деле создать видео? Ну, промежуточные этапы включают в себя написание сценария, озвучивание поверх сценария, редактирование видео и дизайн миниатюр. И это весь процесс для машины для создания видео. И ты можешь заставить определенных людей внутри этой машины также делать разные детали. Например, если ваш видеоредактор также хорошо умеет делать озвучку, они могут сделать обе эти части прямо там. Но обычно я нанимаю разных людей для выполнения каждой из этих отдельных работ. И у меня тоже есть разные способы управлять всем этим, которые я больше изучаю в некоторых своих программах. Прежде чем перейти к цели этого видео, позвольте мне вкратце показать вам, как это сделать. Так что я бы порекомендовал отправиться в такие места, как Fiverr. Заходи и просто печатай в технологии. Статья. И найти людей, которые будут писать статьи о технологиях из таких мест, как Fiverr.com, восходящий.com, сеть фрилансеров и поиск людей, которые будут делать такие вещи. А потом ты сможешь найти кого-нибудь, кто выполнит каждую из соответствующих работ, включая сценарий, написание сценария, озвучку. На Fiverr есть куча людей, которые будут озвучивать очень дешево. И все они здесь буквально за $5. Многие из них будут озвучивать видео за кадром. А потом ты сможешь найти кого-нибудь, кто займется видеомонтажом. И ты можешь найти кого-нибудь, кто сделает дизайн миниатюр. Теперь ты, возможно, просишь о редактировании видео. Как я собираюсь найти людей, которые действительно получат контент? Откуда они собираются брать этот контент для использования в моих видео? И как мне сделать так, чтобы я не нарушал авторские права или что-то в этом роде? Теперь есть два разных способа сделать это таким образом. Номер один. Использовать совершенно бесплатные сайты со стоковыми кадрами, такие как Pexels.com и Pixabay.com. Но если ты говоришь об отдельных технологических устройствах, возможно, тебе захочется действительно использовать видео с этих устройств. Так как же ты честно и законно используешь эти видео? Ну, я не юрист, так что это не юридическая консультация. Однако то, что я делаю в рамках своей деятельности на YouTube, заключается в том, что мы соблюдаем условия добросовестного использования, установленные YouTube и установленные законами. Так что добросовестное использование, по сути, позволяет вам использовать видео других людей, если вы делаете их преобразующими и превращаете в свой собственный контент. И опять же, я не юрист. Так что, если у тебя есть юридические вопросы по этому поводу, обязательно проконсультируйся с адвокатом. Но дело в том, что есть огромные каналы YouTube, которые делают это. И это законный способ запустить канал на YouTube. Если ты делаешь это правильно, и это действительно так, убедись, что ты делаешь это правильно. Не просто загружай видео у других людей, как я вижу, делают так много людей. Вместо этого тебе нужно переделать это по-своему. Независимо от того, делаешь ли ты все промежуточные шаги или заставляешь кого-то другого сделать это за тебя, в котором ты просто даешь им указания, и они делают это за тебя. И позволь мне очень быстро дать тебе несколько дополнительных советов. Если бы ты сам создавал видео, если ты сам снимаешь видео, ты можешь сказать, что для всего этого не нужно покупать дорогое оборудование. Дорогой видеоредактор. Нет, ты действительно можешь сделать многое из этого совершенно бесплатно. И способ, которым я бы рекомендовал это сделать, это первый из всех способов записи голоса за кадром на вашем телефоне. И ты, возможно, спрашиваешь, будет ли качество звука таким же отличным, если бы я сделал это. И для большинства телефонов, которые там есть, для большинства айфонов. Телефоны на базе Android, на самом деле у них довольно хорошие диктофоны. Просто не забудь зайти в тихую комнату, чтобы записать свой голос за кадром. Это на самом деле то, что я делал, когда начинал на YouTube. Я буквально просто записывал озвучку на свой телефон, и я дошел до того, что зарабатывал $9000 в месяц, делая это, еще учась в средней школе. Значит, ты можешь записывать голос за кадром на свой телефон. И если ты хочешь продолжить процесс на своем телефоне, ты можешь просто скачать совершенно бесплатное приложение под названием PowerDirect, доступное как для устройств Android, так и для iOS. И если ты делал это на компьютере, ты можешь либо перенести аудиофайл со своего телефона на свой компьютер. Или ты можешь приобрести более профессиональный USB-микрофон, такой как Blue Yeti Nano. А потом ты можешь просто записывать с помощью совершенно бесплатной программы под названием Audacity. А потом, когда дело доходит до редактирования видео, я не хочу, чтобы ты тратил руку и ногу на какой-то там видеоредактор, который в основном делает то же самое, что и многие из этих бесплатных редакторов. И удивительный бесплатный редактор, который ты можешь использовать, называется OpenShot. Ты можешь проверить это в организации OpenShot. Шаг номер 4 – загрузить и оптимизировать свои видео. Так что, как только твоя команда сделает видео для тебя, или ты сам создашь видео, теперь пришло время выложить их на YouTube и убедиться, что они максимально оптимизированы, чтобы получить как можно больше.
больше просмотров. Итак, инструмент, который я рекомендую для наилучшей оптимизации ваших видео, это инструмент под названием VidIQ. И ты можешь проверить свой IQ по ссылке в описании. И я рекомендую попытаться включить в свое описание как можно больше ключевых слов с низкой конкуренцией и высоким объемом поиска, написанных естественным образом в заголовке и в разделе тегов вашего видео. Теперь еще один совет, когда дело доходит до ранжирования ваших видео и того, чтобы ваши видео увидели как можно больше людей и были подобраны алгоритмом YouTube. Это реализовать нечто, называемое аналогичными метаданными. Это буквально секрет YouTube. Вот как я раздул видео до более чем 10 миллионов просмотров каждое. И стратегия заключается в том, что мы в первую очередь хотим получить начальный трафик через поиск. Это самый простой способ начать получать трафик на YouTube через результаты поиска. Подумай обо всех тех случаях, когда ты что-то искал на YouTube, смотрел видео, а потом проваливался в кроличью нору, просматривая все больше и больше видео. Теперь мы хотим воспользоваться этим преимуществом. Итак, что мы хотим сделать, так это то, что мы хотим, чтобы все ваши собственные видео появлялись в наводящей на размышления видеопотоке других видео на вашем канале. Поэтому каждый раз, когда кто-то смотрит одно из твоих видео, он видит еще кучу твоих видео в предложенной видеопотоке. Потом они щелкают, чтобы посмотреть еще, и еще, и еще. И это увеличивает время вашего сеанса на YouTube, что дает вам гораздо больший прирост времени просмотра в рамках алгоритма и в конечном итоге на вкладке «Наводящие видео». И вот как видео может абсолютно взорваться. Потому что тогда YouTube начнет видеть, какова аудитория ваших видео, и они смотрят очень большой процент видео. А затем YouTube начнет показывать ваши видео в наводящей на размышления ленте уже популярных видео. И вот как ты можешь абсолютно взорваться на YouTube. Но главное в этом, чтобы убедиться, что ты получишь как можно больше просмотров и подписчиков и заработаешь как можно больше денег, это то, что тебе нужно сосредоточиться только на одной нише. И тебе нужно, чтобы в каждом видео, которое ты загружаешь, были одинаковые ключевые слова. И это играет в название, похожие метаданные. Убедитесь, что все метаданные, включая название, ваше описание и ваши теги, в чем-то похожи во всех видео на вашем канале. Это не значит, что все твои видео должны быть об одном и том же. Но это значит, что чем больше это похоже, тем лучше. И в результате ты не только получишь на тонну больше просмотров, но и получишь на тонну больше подписчиков. Это всегда здорово получить. Значит, ты можешь получить такие вещи, как золотая кнопка воспроизведения, чтобы охватить более миллиона подписчиков. Или серебряная кнопка воспроизведения за то, что ты набрал более 100 тысяч подписчиков на своих каналах. Шаг номер 5, чтобы заработать деньги на YouTube без создания видео, это получить монетизацию. Тебе может быть интересно, как я на самом деле буду зарабатывать деньги, делая это, не снимая видео и не показывая свое лицо на YouTube. И основной метод монетизации — это то, что называется партнерской программой YouTube. Теперь ты можешь быть принят в партнерскую программу YouTube, как только у тебя будет 4000 часов просмотра и 1000 подписчиков на твоем канале. И ты мог бы сказать: «Мэтт, это кажется слишком большим». На самом деле все очень просто. Посмотри видео на моем канале, которые точно покажут тебе, как получить 4000 часов просмотра и 1000 подписчиков как можно быстрее. Как только ты достигнешь этих рубежей и тебя примут, YouTube разместит рекламу на твоих видео. И тебе заплатят процент от дохода от этих видео за каждый показ рекламы при каждом просмотре, который ты получишь на своих видео. И это потенциально может вылиться в большие деньги. Я имею в виду, я показывал тебе эти каналы. Эти каналы зарабатывают более 100 тысяч часов в месяц, буквально только за счет доходов от рекламы. И одна из причин, по которой мы выбрали технологическую нишу, заключается в том, что мы будем зарабатывать намного больше денег за 1000 просмотров на нашем канале. И я скоро опубликую видео о некоторых из лучших ниш с высоким показателем КПМ, а также как заработать абсолютное наибольшее количество денег за 1000 просмотров. Так что обязательно подпишись на канал и включи уведомления, чтобы не пропустить это. Теперь еще один способ монетизировать свой канал — это партнерский маркетинг, то есть размещение партнерских ссылок в описании и в разделе комментариев ко всем вашим видео на YouTube. Теперь некоторые удивительные партнерские рынки включают DigitStore24.com, который я абсолютно рекомендую, а также Clickbank.com. И теперь, наконец, шаг номер 6 в этом процессе состоит в том, чтобы проанализировать и оптимизировать значения для входа в вашу аналитику YouTube после того, как вы загрузили около 33 видео. Потому что в этот момент мы начинаем получать достаточно данных, чтобы действительно принимать обоснованные решения по нашему каналу. Зайди в нашу аналитику и взгляни на несколько разных вещей. Во-первых, ты хочешь посмотреть на показатель кликов по твоим видео на YouTube. Теперь показатель кликабельности — это средний процент людей, которые нажимают, чтобы посмотреть ваше видео, в отличие от других видео, когда они видят ваше видео и такие вещи, как результаты поиска, наводящие на размышления лента видео, страница вашего канала и все разные места, где ваше видео отображается на YouTube. Значит, ты хочешь, чтобы скорость твоего клика была как можно выше. И то, что влияет на скорость твоего клика. Включи свой заголовок и свой эскиз. И ты хочешь постоянно быть лучше, чем в среднем по твоему каналу с точки зрения скорости кликов. И если вы обнаружите, что миниатюра работает не лучше, чем в среднем по вашему каналу, тогда вы можете провести тест A/B, также известный как сплит-тестирование миниатюр, чтобы узнать, есть ли у кого-то лучшая скорость. И ты можешь просто сделать это, поменяв местами большой палец. Это не повлияет на рейтинг вашего видео, если только миниатюра не будет работать хуже, но вы можете провести простые тесты для этого. Если ты видишь миниатюру, которая получает очень низкую оценку за клик, поменяй ее местами. Попробуй еще раз. Попробуй делать разные вещи. Постарайся включить как можно больше подобных стрелок и красных кружочков в свои миниатюры. И постарайся черпать вдохновение из уже популярных видео, которые находятся в твоей нише. Потому что очень вероятно, что некоторые из лучших видео, которые ранжируются в поиске и в рекомендуемой ленте, получают очень хорошие.
хорошие показатели кликов. И я могу сказать тебе по опыту, что многие мои лучшие видео с миллионами и миллионами просмотров имеют очень высокий показатель кликабельности. Так что это очень важная статистика. Но что еще важнее, так это то, что называется временем наблюдения. Значит, ты хочешь быть уверенным, что люди будут наблюдать за тобой как можно дольше. И дополнительный совет, чтобы сделать это. Убедиться, что вы создаете видео продолжительностью не менее 8 минут. Теперь это дает тебе несколько разных преимуществ. Во-первых, ты сможешь размещать несколько рекламных пауз в своих видео и в результате зарабатывать намного больше денег. И во-вторых, ты будешь получать намного больше времени на просмотр на своем канале. Я имею в виду, подумай об этом. Если кто-то смотрит 20% 8-минутного видео, это намного дольше, чем 20% 32-го видео. Так что чем длиннее твои видео, тем лучше. Но, как правило, самое приятное место, которое я рекомендую, находится между 8 и 12 минутами. И отличный способ увеличить время просмотра будущих видео — это посмотреть графики удержания аудитории ваших видео. Посмотри места, в которых удержание аудитории резко возрастает, места, в которых оно падает. Что бы ни происходило в отдельном видео, которое ты смотришь, аналитика того, когда удержание аудитории падает. Вырежьте это. Никогда больше так не делай в будущих видео. И что бы ни происходило, когда оно достигает пика, потому что это означает, что в этот момент за ним наблюдает больше людей. Делай это как можно чаще в будущих видео. И на это может повлиять множество факторов. Попробуй понять, что это такое, посмотрев видео вместе с этими графиками. И это поможет тебе получить намного больше времени для просмотра, поможет ранжировать ваши видео и всегда просто стараться быть лучше, чем в среднем по вашему каналу. Но если тебе нужен процент, постарайся получить хотя бы 6% показатель кликов, потому что тогда у тебя получается лучше, чем у 90% миниатюр на YouTube. А также постарайся добиться 60% средней продолжительности просмотра видео продолжительностью 10 минут или дольше. И если ты сможешь получить эту статистику, очень вероятно, что твой канал взорвется, и ты потенциально сможешь заработать много денег. Итак, я только что показал тебе отличную нишу, в которой ты можешь это сделать, как ты можешь наилучшим образом монетизировать свои видео, каналы в Snitch, как ты можешь создавать видео или заставлять других людей создавать видео для тебя. И как именно ты можешь выполнить этот процесс. Сейчас, в этот момент, у тебя есть два варианта. Выбор номер один — попытаться выйти и угадать, что сработает, а что не сработает. И постарайся учиться методом проб и ошибок, что может занять много времени. Или вариант номер два — работать и учиться у кого-то, кто действительно делал это снова и снова, кто может помочь вам и наставлять вас, чтобы получить желаемые результаты на YouTube. Теперь, если ты выбрал вариант номер два, я бы с удовольствием познакомил тебя с моей программой онлайн-коучинга и курсом под названием «Мастерство и монетизация трубки». К мастерству и монетизации — это сообщество курсов, созданное для того, чтобы помочь вам начать зарабатывать деньги на YouTube. И если тебя это интересует, ты можешь проверить это по ссылке ниже. Ты можешь присоединиться к эксклюзивному сообществу множества людей, которые действительно этим занимаются. Мы абсолютно взрываем каналы внутри сообщества участников курса. И я бы хотел, чтобы ты присоединился, если хочешь работать со мной, потому что я тоже каждый божий день отвечаю на вопросы. Так что я бы хотел, чтобы ты присоединился. Если ты хочешь работать со мной, я бы с удовольствием поработал с тобой. Посмотри это по ссылке ниже. У нас также есть совершенно бесплатный тренинг, который ты можешь посетить, если ты тоже сомневаешься в курсе по ссылке ниже. И если ты хочешь узнать, как зарабатывать деньги на YouTube и в другой очень странной нише, о которой держу пари, ты даже не думал, тогда посмотри это видео прямо здесь. Ты получишь массу пользы от этого видео. Это покажет тебе, как именно зарабатывать деньги на YouTube в этой очень странной нише. Это действительно странная ниша прямо здесь. Зацени это. Меня зовут Мэтт Парр. Спасибо, что посмотрел. Обязательно подпишись, и я увижу тебя в следующем видео.